Реинкарнация. Так, ну если бы у меня такая возможность была бы, я бы, наверное, бы стал бы человеком. Стал бы, наверное, скорее всего, профессию, да? Или что? Не, я попробовал бы так. Родиться в богатой семье, чтобы очень богатые родители, чтобы ни в чем себе не отказывать, учиться, там музыкальная школа, спортшкола, то, чего у меня не было, у меня не было такой возможности. Я бы занимался бизнесом, параллельно занимался творчеством, бы снимался в кино, был поп-звездой. Наверное, я бы знал бы очень много языков. Ну, много как. Английский, скорее всего, французский и японский однозначно. Потому что в Японии я очень популярный. И мой образ в Японии, если мне показать в Японии, вывести на какую-нибудь площадь, там улицу, все. Потому что там все мои фанаты. Вот, и что бы я еще такое, если бы я там занимался благотворительностью, помогал бы там, фонды бы какие-то бы сделал бы так, где в какой-то стране, например, намечается война, я бы ее предотвратил, потому что там финансы тоже рулят. Есть за, есть против, есть минус, есть плюс. Вопрос денег. Вот. А если бы, например, выбрать там птица, животное, если уже не человек, то у меня вариант только один. Если птица, жар-птица. Если из животных, например, то все равно жар-птица. Вариантов нет.